меня был надежный маршрут по улицам, но теперь нас уже ищут. Что предлагаешь? Что-нибудь придумаю. Улыбочку, Асап. Давай, я тебя подсажу. Вот, видишь? Спасибо. Не все так плохо. Теперь что? Терпение. Нам сюда. Правда? Правда. Мы пойдем длинным путем. Так вот почему ты опоздала. Я справлюсь. Нет, я его вырублю. Кобра-1, Кобре-5, прием. Принято, Кобра-1. К розовому лотосу. У нас движение, прием. Есть, Кобра-1. Проклятие. Вот куда нам нужно попасть. Но тут мы без паяльной лампы не пройдем. Ну, начнем импровизировать. Мы только этим и занимаемся. Подожди. Что ж, она вполне достойна своей репутации. Да.
А теперь... Хочешь меня убить? Извиняюсь. Давай больше не будем трогать ящики. Ладно, договорились. Впереди. Что это? Чё? Клянусь, я что-то слышу. Тебе не нужен картридж для принтера? Всегда болтаешь на работе. Ага. Проблема. Прямо над нами. Ну вот, все прошло неплохо. Неплохо? Мигом управлюсь. Так. Ну или так. Ищем диск. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Боже, тут хлама, как в антикварной лавке. Он время не терял. Сколько все это стоит? Хватило прокормить целую толпу повстанцев. Ужас. Кладбище любопытных кошек. Кстати говоря, верно. Тебе-то какая печь? Все это принадлежит индийскому народу. Это не моя война. Разрушитель и преобразователь. Сала и тигр. Может, ближе, чем я думала. Такое не пропустишь. Это я возьму. Фрейзер, угу. Смотри. О, интересно. Заперт. Ничего. И слоновая кость. Чтоб тебя.
А, Лакшми, богиня богатства. Что за карта? Западные Гаты, территория Хайсалы. Черт. Ничего, все-таки это не новость. Красивый. Ищите, она где-то здесь. Сюда! Черт, уходим! Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асаф? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Сейчас буду. Диск. А, ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? Три вторжения персов. Три разных войны. И за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Экспертов по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их, пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! Yeah.
Что это сейчас было? Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Осаву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, Горбатова могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот, река, надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора уходить. Давай! Я с тобой. Сколько там еще? Еще час. Пока все по графику. Хорошо. Бивень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Ха, не парься. Осав либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук. Со стрелой. Пара шурамы. А топор — это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну. Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Вот.
почти пришли. Столько усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хойсала? Хойсала. Эта постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно. Нет. Мы прошли почти сотню миль, и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу Бивень, а ты Асава. Как скажешь. Встречаемся у машины. Ага.